Есть ненужные книги, мы найдем им новых читателей. Телеканал «Катунь-24» продолжает проект «Книжный шкаф». На наши фирменные полки мы привезли уже сотни изданий. Все подробности в нашем сюжете. Приключения, загадки и интриги – это не книга, а настоящая пища для ума. Записки Шерлока Холмса Конана Дойля люблю читать с детства. Рекомендовала им своим друзьям, знакомым, коллегам. Ну а сейчас готова подарить путешественнику, который вот-вот отправится в дорогу, надеясь, что она поможет скоротать время в пути. Вместе с сотней других изданий записки Шерлока Холмса, которые рекомендует Ирина Тумбарцева, мы отвезли в наш фирменный шкаф на железнодорожном вокзале. Книга сразу же нашла своего читателя. Любови Высоцкой ждать поезд еще 6 часов. Говорит Шерлок Холмс и доктор Ватсон, хорошая компания. Шерлок Холмс мне вообще нравится. Там все такое расследование идет, все это самое прям доскональное. Как это все делается, прекрасно вообще. Классно, конечно, что есть такая акция. Я вот сейчас возьму эту книгу свою и почитаю. Или Шерлока Холмса, это будет 6 часов буду читать. Взять любое издание можно и в нашем шкафу в холле гостиницы «Центральная». А если у вас есть ненужные книги, привозите их к нам в редакцию по адресу Пролетарская, 250. Или звоните по телефону 65 22 25. Елена Заздравных, Юрий Бирюков. Новости.